И всем привет, с вами Нидерамос. Мы с вами сейчас сделаем сравнительное прохождение в стилистике моего канала, да, игры Crash Bandicoot, альфа-версии. Отличия уже прут со всех сторон. Что касается того же главного меню, например. Так, ну, то, что мы музыку добавим, это нам ничего не изменит. Такое тут меню. Сохранение тут происходит в виде вот таких паролей с портретами. Маска такая. В общем, ладно, начинаем игру. Наш пароль, естественно, никуда не подошел. И второе отличие. Карта мира. Она у нас, что примечательно, двухмерная, в виде такой красиво нарисованной картинки. Тут мы пока двигаться не можем, потому что у нас всего один уровень открыт. Тогда идем на уровень. Я бегаю так, просто пробегусь по уровням. Буду использовать быстрое сохранение. Естественно же. Цоп-цоп-цоп-цоп-цоп-цоп. Собираем маску. Ящики по большей части игнорирую. Хотя бы потому, что в данный момент, ну, в данной версии еще нет бонуса за ящики. То есть вообще, по-моему, гемов как таковых в игре нет. То есть шрифт, заметьте, другой. Ну и уровень немножечко по-другому смотрится. А, и вот. Маска у нас двойная, но тем не менее она не перекрасилась. Ну, музыки, естественно, даже нет. Ну, по той причине, что просто ее в этой версии нет. Кстати говоря, эта функция откидывания, точнее, получения яблок, ну, вумпов, за кидание врагов друг на друга, здесь уже есть. Надеюсь, мы с вами это увидим. И вот эта дорожка есть. И... ой. Красивый, кстати, вихрь. Вот если бы был тот, как он там, но еще вот с этими частицами, вообще было бы классно. Вообще, видите, никакого экрана нет. Бонус. Да, вот сразу аж до сюда мы дошли. У нас второй уровень начинается. Вот здесь прямо. Ну и так, собственно, происходит передвижение по этой карте. Ага. О, назад? А нет, нельзя назад. Пиу. Пиу. Вспомните прямо у нас. Цветочки, кстати, еще не до конца покрашены, но есть бонус. А, точно, тут же бонусы. Да, он и есть. Ух ты, что ж тебе так? Ух ты. Оу. Хорошо подлетел. Ой-ой-ой. Вот здесь. Этот чекпоинт вот как красиво тут расходится. Надпись continue растекается вокруг. Да, кстати, бонус тауны нам обязательно надо посетить с вами. А вот и, кстати, вумпы. За этот. За бонус. Ух ты. И дайте угадаю, бонус тауна вот здесь вот, да? Просто уже не помню. Да, в принципе. И вот так вот они в оригинале выглядели. То есть, вот тоже в пещерах, как и бонусы Брио, почти только пещера немного по-другому выглядит. Сама она. Вот дает нам пароль. Это код для сохранения.
Но мы его использовать не будем по понятным причинам. Мы просто пробежимся немного. Куда? Заспаунился. Прямо по мне почти. Ух, гад. Да, естественно, тут нигде нет дорожек. Вот этих с гемами. Ну, когда у нас не хватало, помните, зеленых гемов не было, чтобы использовать. Ну, разноцветных, в общем. Тут таких нет нигде. Потому что самих гемов еще в игре нет. Откуда могут быть дорожки? Третий уровень. Что у нас на третьем уровне здесь? О, третий уровень. Ну, кстати, в оригинале, по-моему, тоже был. А у меня нет этой. Окей. Нет, так нет. Мне не жалко. Здесь, в принципе, все так уже сделано, можно считать. Че, почему можно считать? Она и так сделана. А только вот эти. Сейчас давайте еще раз подождем немножко. Давай. Ну вот я ее толкаю, она меня откидывает, вместо того, чтобы я мог спокойно пролететь дальше. Ух ты, ой-ой-ой. Вот сейчас, кстати, смотрите. Ой, как красиво расходится. Такие интересные особенности. О! Ой, у черепахи, кстати, нижней текстурки нет. Нормальной. Ничего себе. Игнорирует маску. Он игнорирует самого Аку-Аку. О, у меня это сундук. Я пол. Ящик, точнее. У меня на нем упал. И просверлились. И ну, уровень, в принципе, по-моему, выглядит как обычный. Я забыл, что уже третий. Окей. Окей. Такс. Второй пароль. Кстати, Тауна в таком костюме, как стояла там в конце уровня The Great Hall. Я там обратил внимание, что она в необычной одежде стояла. Ой-ой-ой. А это вот так разве было? Может, тут все-таки шоу не совсем так. Хотя, какая разница? Сейчас босс должен быть или нет? Я не помню уже. Ну, не помню, ну, бывает. Такая беда. А, нет, ух ты. Тут этот уровень как-то переместился. Тут многие уровни, на самом деле, очень разительно в других местах находятся. Во. Я, кстати, никогда там не помирал. В обычной игре на этих уровнях. У меня действительно там вообще ни разу не помер. Чувствуется, точнее, по ощущению кажется, что посложнее. Здесь, естественно, ящики смысла собирать нет. Не знаю, почему по инерции стараюсь все-таки собирать большую часть из них. Но тут технически их невозможно все собрать. А, бах. Коварный крэш. Ну да, вот хотя вот поэтому. Ой. Так, у меня жизнь-то хоть есть еще. Сейчас помру еще. Ладно, все. Бежим нормально. Жизнь выхватил.
В оригинале также хрюков? Что-то не припомню, что. Видимо, из-за веселой музыки. О! Ах ты, чтоб тебе раздавил. Чё-то у меня проблемы какие-то. В оригинале я вообще не помирал на этом уровне. По-моему, не на этом, не на втором. Я вообще не помирал. Они тут чуть-чуть не просчитаны до конца. Да, никакая занавеска не закрывается. И мы видим, что происходит в конце уровня. Кабан просто дезинтегрируется куда-то. А мы где? На сей раз оказались. О. На воде. Ну, вода это неплохо. Так, ну куда ты? Что ж ты меня никак... Как-то медленно едет, мне кажется. Такое эхо просто. Синхронного падения в воду. И прыжок, отлично. Кстати, как вы могли заметить уже в одном из прошлых уровней, на бомбах тут нет цифр. И отчет у них немножко с другой скоростью идет. Вот эти листья, мне кажется, действительно как-то немножко с другой скоростью ездят. Как-то довольно медленно. Или мне кажется. Но, по-моему, все-таки медленненько. Бля, это что такое? Что за читер? Я на нее только прыгнул. Это не показывает, сколько этих у нас портретов. О! Бульк. Блин, я что, с самого начала играю, что ли? Еще чекпоинта не было. Ну, замечательно. Блин, давайте сохранимся, а то как-то я умираю. Отлично, рыбу можно убивать. Хоть что-то хорошее. Я тут перед этими цветками буду сохраняться. То пошли они куда подальше. Как же их проходить-то тогда? И он разом просто цап и хватает. Вот просто цап и уже все, крэша нет. О. Погодите-ка. Что дальше? Даже так можно останавливаться. Далеко. О! Забавно, кстати говоря. В оригинале решили немножечко... Ну, в финальной версии, я имею в виду. Решили немножко усложнить игру. Ну, как. Именно это место. Поставив в чате куда подальше. Чтобы только самые... Любопытные нашли его. Ну или те, кто просто откуда-то узнали, где искать. Не, я подожду. Как-то он меня смущает. Портрет. Третий уже по счету. Очевидно, раз мы телепортировались на бонус.
очередной код. Она так недовольно посмотрела на нас. И ушла. Чем мы ушли? О, и звуки сейчас были. О, допрыгал. И водопад в конце уровня. Замечательно. Замечательно. А, вот босс. Он сразу помечен. Ну, босс такой же, по идее, или нет? Недоволен. И недоволен. Пи, короче, никакой реакции. Такой круг сделали вокруг острова. Ну, по побережью прошлись. Теперь снова немножко в джунгли. Ой, и вот тут интересный ящик. И тут хрень как-то странно ездит. Ну вот. В чем суть этого ящика? Это взрывчатка, которая повреждает только соседние ящики. То есть физического вреда она не наносит. Не знаю, почему ее решили убрать, видимо. Подумали, что она не нужна, и можно как-нибудь не обойтись. В принципе, скорее всего, так и есть, потому что. Ну, игра же нормально живет без этой взрывчатки. Ну, забавно такая хрень. Тьме выкинули. Соберем. А мне... Ну, как же жизнь? И поможет сейчас не дали за вумпы. Так можно. Или их тут не дают. Что-то не помню такой аспект. Вот это жестокость. В принципе, нам тут ничего не надо, поэтому просто идем дальше. И черепах такая новая просто шла. Просто она таран такая. Ух, черепах. Ой. Если в оригинале, по-моему, вот на эту хрень все-таки нельзя наступать на границу карты. Какого? Простите, тут происходит. И этого я не ожидал. И просто он тут очень быстро падает. Хотя, ну, в принципе, он немного быстрее все-таки, чем в оригинале. Тут я не ожидал, что надо будет прыгать. Вот эти хреновины могут появляться прямо в нас. Фактически. А, вот и бонус. Бонус, на самом деле, я тут хожу только ради жизней. Чтобы хоть как-то бегло пройти игру, нужны жизни. Окей. Не нужны ли жизни? Я понял, игра. Я тебя штука такая понял. Ага, снова бонус дали.
Что на сервис за уровень нам дали? О! Здрасте. Лыжник. Спасите меня от него. Большой злой. Большой злой камень пытается меня съесть. Ой-ой-ой. Он как-то очень близко. Очень близко. На такую близость я не был согласен. Так что, короче, не надо, камушек не надо до меня докопаться. Так, давайте после каждого сохраняться. Ты, по-моему, нормально бежал. Ну, почему-то оказался под камнем. Ничем-то и... Сейчас опять окажусь под ним. Нет, надо же. В общем, так. И идем. К последнему. В принципе, тур не особо изменился. По-моему. Хотя кто его знает? По-моему, все-таки я, скажем так, особых изменений не замечаю. Серьезно? Серьезно? За границу уровня улетел? Кто мог подумать? И сразу выход не пошел. Чем-то побежала. Ай-яй-яй. Так поступать со мной. Не знаю, этот уровень чисто сделал так, чтобы прикольнуться надо мной. И не нет. Я иду на выход, все. Сейчас мы где? Ой, чуть я не долетел. Винк. Винк. О, это еще... Хрень тень такая. Вот стоит. Ну тут их вот так удобно делать. Бонус. Ой. Куда? Ты куда, Крэш? И откинул меток. Нехорошо так. Ждем. Просверлились. Не-не-не, не обманешь, гад. Поджарить не хочет. Улетел. Отлично. Так ты улетаешь? Ты кто? Индеец, студенец.
Знакомое место. Гениально. Меня их вот это тика не смущает. Оно с другим таймингом идет. Ой. Куда-то уехал. Можно было так и делать. Ну вот, он меня чуть не выкинул. Сволочь такая. Это что такое? Что за ерунда тут творится? Нет, за маской не пойду. Потом же опять забираться. Часа. Ага. Недовольны? Правильно. Нечего вам быть довольными. Уфу-ху. По ощущениям, ловушки тут наработают более быстро. Упал. А, мне, видимо, дают некоторое время после респауна. И что такое? С обеих сторон зажали. Как так-то? Еще не хватало всю жизнь потратить. Почему так будем делать? Пошел бы оно туда подальше. Это наше отсутствие жизни. Вот и жизнь. А, не забываю. Может, нам тут дадут жизнь собрать хоть немножко. Ну, совсем немножко хотя бы. В стиле Брио эти уровни уже по сложности идут. Хорошо, чтобы бонусы не обязательно. Куда ты меня выкидываешь? Не надо меня выкидывать. Собрал. Чем прошел? Кого собрал-то? Я в гору вхожу. Видимо, сейчас воды уровень будет, нет? Смотрите, как я догадался. Ну, в принципе, логично, раз я в гору вхожу.
А там, в этом месте, где мой путь проходит, лежит водопад. Значит, логично, что тут река. Порядок уровня сильно изменили. К концу. И шильд такой самый простенький. Кого? Кого тут крутишься, ну как? Что я себе не доверяю? Нет, все-таки давайте так. Хе-хе, смешно. Ну, вот это подляна была, на самом деле. Я не ожидал, что там может быть дырка между подъемом и платформочкой. Я же полностью эти уровни никогда так и не играл. Эту версию так чисто смотрел. Так куда ты делаешь это? С самого начала? Ты угораешь, гад. Сука, времени чекпоинтов не было. Нет, по сложности явно сложнее финальной версии такого уровня. Именно в плане отсутствия чекпоинтов. Ну ладно, там мне, я в принципе. Ну, я считаю, довольно неплохо играю все-таки в Crash Bandicoot. Ну и так, тем, кто вообще хорошо играет. А вот тем, кто плохо играет, таким как я в детстве. А, стоп. Задачка была не отсюда. Че? Эта задачка же тоже была. Только в чем прости смысл? Да, смысл сюда пока еще не придумали на тот момент. Потому что смысла туда идти вообще никакого. Сохраняемся. О. Ух, какая сложность. Такого... Я... Надо было догадаться, что там будет какая-то подлянность. Просто этот листок там очень долго вообще не появлялся, что я думал, что же там делать вообще надо. Дерево или пещера. Либо замшелое дерево, либо свод пещеры. О, второй босс. Риппер Ру. Так. Ящики обычные. Обалдеть, он ржет. Я же испугался. Еще и на меня бомбу скинул. Догадался. То, что он такой умный.
Ага. Сам себя дезинтегрировал с этими же бомбами. Какого? Что происходит? Кто нами кидается? И маску мне не дают снова. Что же за люди-то такие? Я угораю с его смеха. Но жестокое. Так, это мы где? Ага. Ну, давайте на этом пометим эту серию с вами первую. Закончим. Я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих видео.